Народ, всем огромный привет. Пришел черед наващивать рамки. Рамки наващиваю по половинке, то есть вот рамочка. Одну вощину делю на две рамки. На металлоломе был системный блок. Это было года 2-3 назад. Увидел системный блок, попросил скрутить блок питания. Вот, видим. Пригодился. Получается, на широком разъеме зеленый провод и черный провод перемыкаю. В принципе, все. Все работает. И нашел провода, от которых выходит 12. Сейчас буду вымерять половинку вощины. И 6 вощин разрежу пополам, чтобы было хотя бы готовых 12 рамок на 2 райловочки. Все, приступаю. Сначала вымеряю, сколько лишнего на самой вощине. Ну, здесь не так уж и много. Некие рамки сильно, к примеру, сжаты. Примерно понятно, сколько нужно отрезать. Дело не хитрое, занимает времени буквально секунды. Так, ну и примерно вымерять 26, то есть 13. Да, главное не торопиться. Готово, нарезал. Теперь беру рамку, подключаю один провод вот сюда, кидаю вощину. Ну и теперь самое страшное. Слышим, как зашумел, да? Ну я же говорю, бэушник. Эх, и теперь самое страшное. Не передержать провод. Кажется, как-то так. Отключить. Так. Ну, в принципе, ребят, и все. Нет, можно еще, конечно, чуть-чуть подплавить. Вот эта вот сторона не очень. Да и проволока сильно торчит с той стороны. Знаешь, можно еще чуть-чуть продержать. Страшно это все дело. А страшно в чем? В том, чтобы не перевести вощину. Ну, там, в принципе, можно потом, ну, проплавлю, можно полосочку кинуть где-то на строительную рамку, и все. Так, вот здесь нужно добавить. Блин, я думаю, хорош, потому что... Да, хорош. Ну вот. Все. Наващено. Рамочка готова. И вот мне их нужно 12 штучек. Ну, вот, видим, да. В местах, где гвозди нужно было это все дело, конечно, браковать, но не браковал. Это еще первое мое изготовление рамок. Отрезал, не врезал.
эти рамки пойдут мне в раеловочку. Так, ну вот и последнее. Вот возьму последнюю. Вот, ребят, вот так вот получается. Это у меня, ну, можно сказать, впервой, так как я на 4 рамках тренировался еще перед этим. И у меня, как ни странно, все с первого раза получилось. Здесь как на тракторе, как в прополке. Нужно знать, куда крутишь руля. Так самое и здесь. Нужно понимать, на какое время перемкнуть клемму, чтобы не пропалить полностью вощину. Ну, поделился с вами, как я наващиваю вощину на рамке. В принципе, я так и буду делать. То есть буду разрезать пополам, а может быть того еще и на 3 части буду делить одну вощину. Потому что вощина дорогая, хорошенько так кусается. В цене, так что буду, наверное, так наващивать, делать, скажем так, строительные рамки. А так теперь работенки им будет хватать. Ну, ребят, а у меня на этом все. Как-то так. Любви, здоровья. Всем пока.